наверное, тут лучше спать. Где-то в час в первой годины ночи ко мне зателефоновал мой охранец и сказал о том, что нанесены авиаудары. Было 5 авиаударов, это приблизно было в час 25 ночи. Долетело. У меня 17 березня в Малине еще разбили. Розумієте? Я не знаю, де Ніна там. Здание, кстати, тут люди мешкали. Вот на том поверху мешкал рабочий. Вот кажут, что он выжил чудом. Вот пострадало три людини. Вот он мешкал, он третий поверх, это кабинет директора. Тоже можете... Есть, конечно.